Всем привет, это Лада Никольска. Я передаю свои поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом из Лос-Анджелеса. Независимо, в какой точке света вы находитесь, желаю, чтобы у вас всегда было солнечно на душе. Как говорил Марк Твен, только о двух вещах мы будем жалеть, что мало любили и мало путешествовали. Желаю, чтобы в этом году у вас не было никаких сожалений. Путешествуйте с нами, путешествуйте с Шик-ТВ Монте-Карло.